Программа рассчитана на 3 года. Если ваш двор тоже нуждается в кардинальных изменениях, и вы готовы рассказать об этой проблеме, пишите нам на почту info@sarato24.tv. Либо звоните по телефону 705-755. В настоящее время к нам в редакцию уже поступило около 600 обращений. Каждая поступившая заявка будет рассмотрена. О проблемах ваших дворов, уважаемые телезрители, мы обязательно расскажем в информационных выпусках «Саратов сегодня». Те фотографии и видео, которые вы нам присылаете, также лягут в основу сюжетов. Успехом увенчались поиски ребенка в Энгельсе. 9-летняя школьница ушла из дома 2 дня назад и не вернулась. Все это время ее искали не только сотрудники полиции, но и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Ребенка обнаружили сотрудники органов внутренних дел в районе микрорайона Тинзинь. Она здорова, помощь врачей ей не понадобилась. В дальнейшем с девочкой предстоит поработать с психологом. Известно, что она воспитывалась в неблагополучной семье, неоднократно покидала родной дом, не сообщая родственникам о своих планах.